Мощная потолочная точка доступа с пропускной способностью до 5 гигабит в секунду. В этом видео поговорим о точке доступа TP-Link EAP653. Комплект поставки включает само устройство, адаптер питания, набор для монтажа на потолке или стене, а также руководство по установке. Точка доступа выполнена в прочном корпусе из пластика белого цвета и предназначена для использования в общественных пространствах, рассчитанных на большое скопление людей – офисы, торговые центры, гостиницы, вокзалы. Встроенные антенны с поддержкой Wi-Fi 6, MU-MIMO и других технологий обеспечивают увеличенную в несколько раз пропускную способность сети для одновременного подключения множества устройств по сравнению с решениями, поддерживающими стандарт Wi-Fi 5-го поколения. Благодаря 6 пространственным потокам обеспечивается пропускная способность до 5400 мегабит в секунду, 4804 мегабита в секунду на частоте 5 ГГц и 574 мегабита в секунду на частоте 2,4 ГГц. Технология бесшовного роуминга незаметно переключает пользователей между точками доступа, позволяя непрерывно пользоваться преимуществами высокоскоростной беспроводной сети. За простоту настройки и обеспечение безопасности отвечает облачная платформа Amada, благодаря чему управлять всеми сегментами беспроводной сети можно даже со смартфона. Также отметим, что питание точки доступа возможно по технологии PoE через гигабитный порт Ethernet. Таким образом, перед нами мощная высокоскоростная точка доступа для общественных пространств с большим потоком клиентов, способная выдержать большие нагрузки и сохранить стабильное подключение.